Всем большой привет! Вы на канале Семена Партнер. С вами Виталий Декабрев. Сегодня для вас очередная подборка великолепных сортов овощных культур. И в начале выпуска мы вместе с агрономом агрофирмы «Партнер» Еленой Малышевой покажем вам супер урожайный гибрид сладкого перца. И вот наш гибрид крупноплодный, тепломуя плоды, это ливадия. Гибрид уже проверенный, уже несколько лет он с нами и никогда не подводит. Замечательные плодики, вот такие крупные получаются. И с вами, получаются. И с нами, да. Самое интересное. И с нашими зрителями тоже, потому что огромное количество хороших отзывов об этом перце мы получаем. Здесь полностью ряд, посвящен ливадии. Этому перцу, да, ливадия. Угу. Нижние плоды уже созревают. На некоторых перцах мы уже, получается, снимали их, потому что плоды перезревать начинают. Перчик точно так же хороший для леча и для различных консерваций. Просто для переработки порезать, идеально, да, и для салата. Ну и, конечно, похвастаться. Перед соседями это самое какой главное. Какой-то размерчик. Мне кажется, мы начинаем дачный сезон только для того, чтобы похвастаться перед соседями. Далее вместе с генеральным директором агрофирмы «Партнер» Василием Блокиным-Мечталиным покажем вам и продегустируем томат «Респект». Очень красивый томат. Чем мне нравится, какой-то он прозрачный томат. Вот и какая-то игра цвета. Листьев мало, плодов много. На стерильной основе мы сами производим гибрид, который мы назвали «Респект». Томат действительно, Виталий, правильно вы заметили, необычного цвета. И он равномерный. Нету пятен у плодоножек, нету некроза ткани обширной. Знаете, бывает место крепления большое, некроз тканей, растрескиваются томаты. Здесь такого быть не может. Розовоплодные вообще, да, они склонны к растрескиванию, быстрее других трещат. Вот, смотрите, пожалуйста. Плюс ко всему, томат, как правильно вы заметили, Виталий, генеративного типа, а я такие очень люблю. Угу. 4 прям идеально одинаковых камеры. Сладкий. Да? Изумительный томат. На очереди огурец с сумасшедшей урожайностью «Маринин». И с этим огурчиком у меня, в общем-то, большие проблемы, но которые легко поправимы. Ну, во-первых, здесь гигантский урожай. Да? Проблема? Проблема. А все почему? Потому что огурчик у меня съехал по моей подвязочке. Это синтетическая подвязочка. Вообще огурцы хорошо за нее цепляются, но если не вовремя снимать урожай, вот как в этом случае, то огурчик спустится. Но, конечно, обилие такого урожая очень радует. Это гладкий огурец. В отличие от солтиса, здесь зеленцы небольшие, где-то 10-12 сантиметров. Ну, вот это вот переросший экземплярчик. Однако, кстати, на переросший он особо не похож. И что еще? Вот при таком количестве урожая, при таком количестве завязей, огурец требует к себе повышенного внимания в питании прежде всего. И вот посмотрите, верхние листья желтые, а это значит, что огурец сигнализирует о нехватке питания. Но здесь прежде всего не хватает азота. А сейчас надо срочно снимать урожай и его как-то вытягивать по шпалере. Куда девать урожай? И напоследок расскажу о великолепном сорте «Розовый шар». Вы только посмотрите на эти кисти. От одного только вида уже просто хочется на следующий сезон выращивать и этот сорт. Сорт розового цвета, выровненные кисти, томаты один к одному. Это высокорослый сорт. Вообще томат выглядит буквально как искусственный. Урожайность потрясающая, завязываемость потрясающая, даже вот в этом 2021 году, когда летом стояла страшная жара, томат завязывается практически без пропусков. Ну что, а давайте-ка попробуем этот томатик. Посмотрите, друзья, никаких пятен, у плодоножки совершенно нет, вообще томат просто идеальный. А сейчас попробую, насколько он вкусный, потому что это же тоже важно. Так, смотрим на разрезе. Смотрите, пробую. Вот такие томаты я очень люблю, где сочетается очень гармонично и кислинка, и сахаринка. Очень ароматный томат, вот прям вкусный, честное слово, вот прям не вру. Ой, для салатов, да в принципе и для засолки тоже прекрасно подойдет, плоды не очень крупные. В общем, для всего и для переработки тоже. И, кстати, из розовых томатов очень вкусный получается томатный сок.
На сегодня это все. Семена всех вышеперечисленных культур вы можете найти в официальном интернет-магазине «Семена Партнер». Желаем здоровья вам и вашим растениям.